за дарехом, оке шаг дему недё, орадере суди термане десле, тавен северодесем, титем волен суди, тот хрени еби книги тюрген зоре эреле, басе горвен йозотен, берен дахен суди, Биекелен сет клиге бате сетер эдесле, имен борхан отече, энде некте суде, эне бекен цаге босен эвче неге эрелхе, геген герел аюка, гетелекче эмдеве, Геген или суди, кетекенасыгы, Сандой чакра самвара, Чинджи ямандахачи, Сетер дахын берджи, Сансерин сидигы, Малла цагин күрдевы, Махамая киочыр, Маши геген чирехер мани юзен иветен, Базар садва акчива, Вильге били намджилма, Бирге олын нилиге берин талын эрилгы, Окын саған дареке, Ойон түгіс намджилма, Утен асы гуле, дойын белге дилгруле, Иркандара икеве, еке белге барамет, Эне хэте бюкнеге, игэн гэте ниветен, Кете кэя сидите, кичинике бишхалче, Киже хамши керелхет, кишек буен дельгрюле, Манджо жеремедер, Малды идем бурхады, Мишхалысхы черехер, Мани юзен иветен, Далала марин почи, Декен банчен ирдене, Далды руга и веге, дару мани эдесле. Бог есатва бромбаше, Бог де ламазонкава, Боди мири узулет, бюрер мани эдесле. Урджем бадма самбава, оранчи мегатиша, Утхиндине зерелге ул мармани иветен, Марпа миларе джонгва, Маше олен сидитнер, Маха мудре оннелар мани юзен иветен, Кетеке ячета, келмерече бандитнер, Геген ойон билеге келхер мани эдесле, Нарва дила икылын, наин ике сидитнер, Нерен олын бютеле, нитар мани эдесле, Уйне зорган чингеве, эндер хоше деде, Онел тавын ухар, ул мармани эдесле, Горвен цагин иткеле, Очин тавын бурхады, Хотен шиге эрелхе, Хоте мере олголы, Бегде мингем бурхады, Беге боди садваныр, Боди хуты голголад бюрер мани эдесле, Арвен зурган шютембе, Али бисы хутыктын, Эмен асы утыртхат, Авыр гэды ни гюзхар, Хамы горхын дидыном, Хэхэм шикта хувыргут, Хамы кэры кюслигэ, ханган сэтэр сэйрхэ, Бадма хая хирава, базарвани килингтэ,
Беге шол мысчет криге берен кюлен эрчилгы. Аха хала эрлекан, мазор окын тенгэры. Мани эдр сени де мағды сегін сүйірхы. Эркенінің эрсегі, эді бүрі насыды. Эмгіні хысюзегер, икші гылын дурдыму. Дурдын-дурдын салилсар, дахыр-дахыр сидегі. Дару-дару не гүле, декен-декен әдесле. Ине орвын эрденін, ине ике әдестет. Эзі құты оршулад, үнде бәхі болтқа. Хэхэн шиктен эрсегі, хамбы жалцын хутыкты. Хағыр хағы холып же, хамтенегі нәрүлбі. Эні хамы гемтені, этіс түрлін үйеді. Сукавадин орынды, хамте түрхі болтқа. Гевадин юрдуда, базырдара жуб гөрні. Жова чигяма люпа, дейі салагу баршо. Бойынуге түргін бі, ламы бұрхын бүтәхет. Әмтіне шын үлдәлгі, түйіне ғазырты бәқұрқы болтқа. Мүргін тәкін намалшын, дақын байсын, тұрдың зарғырсын. Бойын үшекін мені әлі құрасын. Бүгдеке сәтір досын, әке бөде зөрмі. Ом сән әмілің болтқа. Хотел поблагодарить всех присутствующих на сегодняшней презентации и всех, кто подключился к нашей трансляции в социальных сетях. Поздравляем всех с наступающим Зулом. И буквально пару слов я хотел сказать о сегодняшней презентации, о книге и вообще о серии этих книг «Наследие калмыцких гелюнгов». Как вы знаете, буддизм, он был очень хорошо развит в калмыцких степях еще до революции. У нас было много хурулов, было много монахов, было много буддийских ученых, буддийские академии. То есть буддизм в свое время в Калмыкии процветал. И естественно, что за эти годы у нас накопилось огромное, богатейшее буддийское наследие нашего народа. И письменное наследие. Но, к сожалению, за вот годы советской власти многое из этого наследия, оно было, скажем, что-то было утеряно, что-то было просто забыто. И сейчас подошло время, когда мы можем, у нас есть все возможности для того, чтобы приложить все максимальные усилия для того, чтобы это богатейшее наше буддийское наследие нашего народа снова возродить, сохранить для того, чтобы самим это изучать и практиковать, и передать это нашим будущим поколениям. Сейчас буддизм в республике у нас развивается, можно сказать, семимильными шагами. Мы очень быстро, на мой взгляд, развиваемся, и все идет хорошо. И многие буддисты наши практикующие знают очень много учителей, очень много ученых буддийских, но практически ничего не знает о наших калмыцких ученых, которые писали и трудились для нашего народа на нашем калмыцком языке. И это потому, что, как я уже сказал, это наследие, оно было забыто, что-то было уничтожено. И сейчас нам приходится по крупицам, по чуть-чуть, с разных мест доставать то, что сохранилось в архивах, в музеях, у кого-то дома хранится какие-то тексты, для того, чтобы снова это дать вот широкому распространению. И поэтому была идея запустить вот эту серию книг, которые мы и назвали «Наследие калмыцких гелюнгов». Первая книга, которую мы издали, это книга, автором которой является Санджирах Баминьков. В этом году, как вы знаете, мы
отмечаем столетие Великого Исхода этот год. И как раз это Санджирак Баменьков был в числе тех, кто тогда уходил вместе с белыми. Часть нашего народа, как вы знаете, ушла сначала в Европу, где в Белграде они почти 10 лет жили в Белграде, там построили хурул. И после того, как Америка открыла свои врата, наша калмыцкая диаспора отправилась в Америку и обосновалась там, и там же также построила хурул. То есть это говорит о чем? О том, что для нашего народа буддизм, он всегда был важнейшей частью жизни нашего народа. Несмотря на то, что совсем небольшая группа калмыков тогда жила в Белграде, возле Белграда, пригороде Белграда. Около чуть больше 1000 человек, да, по-моему? Но и это были беженцы. Но они нашли в себе силы для того, чтобы построить хурул. И там были гелюнги, которые работали во благо этих людей. Потому что тогда они считали, что самое важное все-таки в жизни у них – это духовность, это буддийская практика, буддийское учение. И когда они пришли в Америку, также они первым делом построили хурул для себя. Вот. Ну, это все, когда я об этом думаю, это очень сильно трогает, скажем так, наши сердца. Я думаю, каждый из вас также солидарен будет со мной. Когда мы размышляем о судьбе тех людей, которые, несмотря на все трудности, они все равно сохраняли самое главное – это нашу веру, наше учение. Вот. А сейчас я в руках держу как раз вот эту вот эту книжку, которую мы издали. Она нам досталась в таком вот виде. Издалась она в 1957 году в Америке. Значит, Санджирак Баменьков, он в послесловии так и пишет, что он пишет эту книгу для своих земляков, которые, к сожалению, сейчас потихонечку начинают забывать свой язык, начинают забывать буддийское учение, потому что нам приходится изо дня в день трудиться для того, чтобы просто прокормить себя. И вот для того, чтобы это не забылось, для того, чтобы не забылось наше богатое вот это духовное наследие, он написал эту книгу. И, значит, в 2007 году ее передали наши, значит, земляки в Америке сюда. Она несколько лет хранилась в Лаганском хуруле у настоятеля, значит, Зундубакши. Вот, и ее там обнаружил наш главный переводчик этой книги Геннадий Корнеев. Вот, и так у нас началась работа по этой книге, и, значит, ее переложили на современный калмыцкий язык, дали русский перевод, и сейчас вы имеете возможность эту книжку прочесть. Вот. Поэтому я хотел бы поблагодарить всех людей, которые трудились над этой книгой. Во-первых, сейчас вот на втором ряду у нас сидят как раз наши переводчики. Это Геннадий Корнеев, Бем Митруев и Чакдыр Санджиев. Это те люди, которые, благодаря которым, собственно, благодаря труду которых сейчас очень много людей имеет возможность слушать буддийское учение, постигать буддийское учение. Вот. Геннадий Корнеев переводит книги, значит, на калмыцкий язык. Бем Митруев в этой книге делал редакцию соответствия с тибетскими текстами, потому что это тоже тексты, которые вошли в эту книгу, они, это дословные переводы с тибетских оригиналов текстов. Вот. И Чакдыр Санджиев также автор многих переводов буддийских текстов. Поэтому давайте сегодня искренне поблагодарим наших переводчиков за их труд. Во-первых, они много лет своей жизни отдали учебе своей, и сейчас все свои силы отдают для того, чтобы мы с вами имели возможность постигать буддийское учение. Спасибо вам большое. Ну, сейчас я, наверное, передам слово непосредственно переводчикам и тем людям, которые также трудились над этой книгой. Это и редакторы, и дизайнеры, значит, и технические, значит, люди, которые помогали нам технически. То есть это результат работы многих-многих людей. Поэтому разрешите передать слово Геннадию Корнееву, который, может быть, расскажет об особенностях перевода и вообще о своей работе над этой книгой. Вот. И в конце хотел бы немножечко анонсировать, так скажем, следующую нашу работу. То есть это первая книга. Впереди у нас еще есть много книг, которые уже практически готовы к изданию. Это книги Дорджи Ситенова,
работы Дорчи Сетенова, работы Менгабар Манджинова. И также у нас есть несколько книг, которые сейчас готовятся к изданию, то есть проходит редакцию. То есть серия книг у нас получится очень большой и богатой. И пусть у нас все получится благодаря труду этих людей и благодаря поддержке всех вас. Если будет спрос, если будет необходимость в этих книг, то найдутся всегда и возможности, чтобы их создавать. Спасибо большое. Еще раз наступающим зулом. Сейчас передаю слово Геннадию Корнееву. Нарамир Симулус Цугар, Мана Хэрте, Шаджин Ламы, Тилу Тулкурин Паче, Анджа Геринг, Йонган Геринг, Бем, Чагдыра, Татьяна Алексеевна, редактор этой книги. Цук, Ирсен Тадын, Эльзата, Цаган Халықта Болтын, Аусын Асынтын Эльзата Болтыға, Сексен Бурхынтын Ебетіға, Сансын Санантын Кюстіға. Я немного... Точнее, хотел я сказать очень много, но уже предыдущие спикеры много того, что я говорил, сказали. Мне бы хотелось просто немного сказать о жизни в эмиграции, а потом чуть позже о той работе, которая была проведена, прежде чем эта книга увидела свет. Надо, наверное, начать с того, что, оказавшись в чужой стране, в чужих совершенно условиях, незнакомых для калмыков, спокойно живших в своих степях, очень много людей умерло, очень много людей сломались морально внутренне. И в то время эмигрантская пресса, которая писала о калмыках, описывала, наверное, чудеса подвига этих людей. Рассказывали, что Данара Баянова, которая создавала вместе с Анжиракбой Меньковым калмыцкую азбуку, где-то подрабатывала и мыла пол. И, возвращаясь домой поздно ночью, с красными и задубевшими на морозе руками, она переписывала труды в журнал «Ковыльные волны», в журнал, чуть позже издавался журнал «Хонхо», для того, чтобы сохранить наше культурное наследие. И когда я вспоминаю об этом, думаю, меня это трогает. И поэтому, прежде чем начать эту работу, я долго думал, а стоит или не стоит, и позже пришел к твердой уверенности, что пока у меня будут силы, я буду делать эту серию, буду просить и других людей, которые знают и умеют работой заниматься такой, чтобы и они занимались. Впервые я увидел этот текст, не знаю, кто его написал, в 2007 году летом в Лагане. Он хранился в архиве на Зундубакши, настоятеля Лаганского хурула. И еще тогда я запомнил, что это очень интересный текст, который, наверное, представляет собой какую-то ценность. Позже я попросил копию его сделать, потом это все забылось. Потом были долгие годы учебы, там какие-то другие дела. И однажды, где-то, наверное, лет 5 назад, мне принесли журнал, где скан-копию журнала, где были опубликованы фрагменты этой работы. Я помнил почерк прекрасно, которым была она написана, и вспомнил об этой работе. И решил, что нужно ее сделать. Я помню, была зима, наверное, был или декабрь, или даже январь. Было очень холодно. Я долго не хотел рассказывать это, потому что думал, что современные люди 21 века примут меня немного за человека со склонениями в психическом развитии. Но сейчас, послушав уважаемого Ринпоче, Юнтен Гелюнга, я думаю, что это стоит рассказать. Я вернулся домой очень поздно с работы и замерз, устал очень и лег на кровать. И думаю, пока жена готовит ужин, я немного отдохну, полежу. И я прекрасно слышу своими ушами, что гремят на кухне там чашки, что жена что-то готовит. И вдруг открывается дверь, и кто-то заходит в квартиру. И у меня было такое чувство, что
ты не слышишь, что кто-то заходит? Я хотел встать и крикнуть жене, ну, посмотри, кто-то заходит к нам. Я дверь закрыл или не закрыл, вообще что? И мое тело было скованным. И человек зашел, очень тихо так, притворил дверь и сразу пошел в комнату, где я лежал. Он сел рядом на кровати и вот так вот похлопал меня вот так вот по левому боку, сказал: «Босс, одакан ке, ке, орчулы». Потом тихо встал и вышел. Это было такое для меня потрясение. Я открыл глаза после того, как услышал, что дверь закрылась, входная. И посмотрел сразу на то место, где он сидел. И мне показалось, что там даже была вот ложбинка такая в диване, на кровати. И я выскочил, сразу кинулся к жене и начал кричать: «Ты что, не слышишь, что кто-то зашел к нам, что ли?» Я примерно уже понял, кто это зашел и что он мне сказал. Потом кинулся к двери, стал дергать, дверь была закрыта на внутренние два замка. Я после этого поужинал, сел и за одну ночь сделал полностью черновой перевод с тудубичик, переложение с тудубичик на современный калмыцкий язык и черновой русский перевод. После этого, спасибо большое, Бем Митроев согласился сделать редакцию этого текста. Позже мы обнаружили второй текст Ажира Минькова «Эдестычухул орхуке меха мактал» или «Восхваление, именуемое совершенное обретение благословений». И тоже довольно быстро сделали его. К сожалению, надо сказать, что тудубичик, на котором написан этот текст, очень и очень поздний, а поэтому изобилует ошибками. И порою для того, чтобы распознать, какое слово написано, приходилось обращаться к тибетским эквивалентам тех молитв, которые привел Санджирагва Минькоу. Конечно, этот перевод очень сильно отличается от классических переводов айратского заяпандиты или его учеников, потому что там введены новые термины, там присутствует уже то, что гораздо ближе нашему современному калмыцкому мышлению, нежели 17 или 18 век. Работа была непростой. Работа была, даже можно сказать, в каких-то местах тяжелой. Но благодаря большому опыту Бема Митруева, большому опыту редакторской работы Татьяны Алексеевны Михалевой, вот она скромно сидит здесь, эта книга обрела ощутимую форму. У Интенгелюнга в кабинете и сейчас лежит около 8 или 9 вариантов черновиков этой работы всей, вместе с глоссарием, комментарием, биографией самого Санджирагвы Минькова, которую тоже пришлось восстанавливать буквально из 4 или 5 строк, которые были известны у нас в России. Для этого я просил наших американских собратьев найти фотографии, поделиться какой-то информацией. Елену Ремелеву, которая лично знала Бакшу, и много других людей. Олега Минаева, который практически все фотографии атрибутировал здесь. Это большой-большой коллективный труд, и те люди, которые здесь присутствуют, я очень благодарен за то, что у нас это получилось. В будущем мы издадим еще много работ. Я очень хотел бы, чтобы мы, сегодняшние калмыки, держа в руках такое драгоценное явление, которое есть Дхарма Будды, никогда не забывали, что для того, чтобы она к нам пришла, эта Дхарма Будды, свою жизнь положили и свои силы огромное количество людей, и в том числе буддийских монахов, многие из которых не оставили потомство, многие из которых оставили потомство. То есть не свое, а своих близких. Многих мы знаем, а многих мы не знаем. Но тем не менее, мне хочется, чтобы наши земляки не забывали о том, что эти люди жили, были, и благодаря им мы сегодня сохраняем учение Будды. Добрый день, я хотел бы также поздравить всех с наступающим праздником Зул, этим знаменательным праздником в году для всего калмыцкого народа. И я хотел бы присоединиться к словам Ринпоче. В самом деле, нам посчастливилось, нашему центральному элистинскому хурулу, посчастливилось получить эту прекрасную серию работ, изображающих житие Лама Цонкапы. Это 15 танок, которые, как уже говорил достопочтимый Тело Ринпоче, были
заказано Иустиштом 13-й Далай-Ламой. И если вы придете в Хурул или сейчас, если вы посмотрите на эти изображения, вы увидите, что они в самом деле удивительны. Они очень подробно описывают жизнь Лама Цонкапы. Это 15 изображений. Если вы присмотритесь, на каждой из станок Лама Цонкапа изображен по-разному. То есть не так, как он обычно изображается в своем классической форме. На каждом изображении он изображен немного по-другому. И если посмотреть то, что написано под этими танками на тибетском языке, дана информация о том, когда и где, какие действия он совершал. И вся эта информация была подчеркнута из работы известного чахарского, то есть геши из внутренней Монголии. И далее, после того, как эта информация заканчивается, приведена известная молитва ламы Цонкапы, так называемая Палдын Сасумма, это восхваление Авалокитешвары. И сами работы очень примечательны. То есть на каждой из этих танок, если присмотреться, вы можете увидеть тибетский текст, и этот тибетский текст указывает на то, какое деяние изображено. И таким образом на каждой танке изображено от 9 до где-то 12 в среднем 12 деяний Ламы Цонкапы, то есть общей сложностью получается около 150 эпизодов из жизни Ламы Цонкапы. То есть это очень подробная серия работ, которая очень подробно описывает жизнь Ламы Цонкапы, и я очень рад, что такая серия прекраснейших танок. Вы видите, они очень хорошего качества, очень четкие, прекрасно восстановленные. Я очень рад, что они находятся в нашем Хуруле. И также, конечно же, я хотел бы присоединиться к Геннадию Корнееву. В самом деле была проделана прекрасная работа всем творческим коллективом, который участвовал в подготовке этой книги, этого прекрасного текста. Огромную работу проделал сам Геннадий Корнеев. Наверное, это единственный в наше время человек, который обладает достаточным знанием буддийской философии калмыцкого языка для того, чтобы продуцировать такого рода тексты, такого рода переводы. Немаловажную роль сыграл и Йонтенгелюм, локомотив, который тянет за собой весь этот состав этого трудного, нелегкого труда, который подбадривает и поощряет, и создает все необходимые условия. Я хотел бы выразить также, конечно же, и благодарность редактору этой книги, потому что без сейчас очень немного, в самом деле, тех людей, в самом деле, знающих калмыцкий язык, которые могут не только ухватить смысл, но и правильно записать, и, что немаловажно, расставить правильно орфографию в калмыцком тексте. Этих людей, в самом деле, на сегодняшний день очень немного. И я очень рад, что эта книга увидела свет, потому что, конечно же, важно помнить и важно гордиться своими предками, теми знаниями, которые они сохранили для нас, но не менее важным является и изучение этого знания. И для того, чтобы это было возможно, нам необходимы такие книги, нам необходимы такие тексты, необходимы такие переводы. И я рад, что эта книга, это первая книга, которая открывает целую серию, которая будет издана в нашем центральном Хуруле. И я очень рад этому, я сорадуюсь тому, что она вышла в преддверии праздника Зул, и я надеюсь, что она найдет своего читателя. Сегодня мы презентуем первую книгу из серии книг «Наследие калмыцких гелюнгов». Эта книга написана калмыцким гелюнгом Санджир Агба Миньковым в Америке. Значит, сам гелюнг Санджир Агба Миньков уходил вместе с другими нашими земляками во время Великого Исхода 100 лет назад, и вот, обосновавшись в Америке, написал эту книгу, в которую вошли наставления по прибежищу, краткое прибежище, порождение прибежища, наставления по прибежищу. То есть это как раз та основа буддийского учения, то фундамент, скажем, который, собственно, делает человека буддистом. Поэтому, именно поэтому Санджир Агба Миньков выбрал именно этот текст для своей книги. Вот, поэтому эта книга будет полезна абсолютно всем начинающим буддистам, не только начинающим буддистам, уже практикующим буддистам также будет полезна эта книга, потому что в нее вошли не только наставления по прибежищу, также в нее вошли и другие молитвы на калмыцком языке, которые раньше читались в наших калмыцких степях. Кроме того, в книгу также вошла биография самого Санджира Агбы Минькова и кое-какие фотографии из того времени и эта книжка. Поэтому эта книжка также будет интересна не только верующим читателям, но и
людям, которые интересуются нашей историей калмыцкого исхода тому подобное. Книга Санжира Гбыменькова, выдающегося просветителя калмыцкой эмиграции, которая называется «Хурангуй вяль залеврыл тиргют норшива», посвящена прежде всего комментарию к тексту «Прибежища», короткому тексту «Прибежища», который читался всеми калмыками до революции 100%. Молитвы этого текста находятся и в восточных, и в западных, и в северных районах Калмыкии. И здесь, в этой книге, содержится комментарий на этот текст, содержится сам текст и другие молитвы, которые важны для духовной практики наших земляков с вами. Поэтому эта книга будет распространяться в сети книжных магазинов по Республике Калмыкия, по городу Элисте. Приобретайте эту книгу, помните о прошлом, помните о своих выдающихся земляках, которые создали огромное количество трудов для нас с вами.